хорошая курочка, хорошая мамашка, заботливая.
Thank you.
куда же, куда же. Пищите. Да господи. Угу. Слушай, он коричневый. Угу. Почему этот белый? Желтый. Это и так он нравится. Когда так тело все сжимаешь. Это массаж такой. Ты куда же ты лезешь-то, дурачок? Там смотри, не задави его. Ну, она ж переевает. Но все равно. Ну, на нем еще это. Нет. Он какой-то окрашенный, все равно. Этот сразу был белый. Mm. Ну, может, он тоже будет оранжевый такой. Не знаю. Это девочка, кстати. Ну, как ты понял? А они смотрятся по перышкам. Mm. Когда вот это немножко живет, я тоже посмотрю. По этим вот. Видишь перышки? Угу. Вот. Большие. Угу. Когда они одинаковые. А, так это петух. Это петух. Они одинаковые. А у девочек они чередуются. Длинные, короткие, длинные, короткие. Угу. Куда же ты лезешь-то все? Ты жить упадешь и не поднимешься уже. Вот так вот. Но она с удовольствием, если ее высадить сюда, она с удовольствием пойдет гулять. И вот тут вот ванна. Там еще в одном яйце писка сдается. Но я уже не буду форсировать события, не переживаю, что он умрет. Каждый день, примерно, наверное, в одно и то же время, сейчас 3:30, шествие муравьев вот по этому месту где-то. Вот они тут идут, то туда, то обратно. Сейчас они идут туда, вот туда. Вот туда за территорию. Знаешь, территорию к соседям. Вчера они несли в обратном направлении, то есть оттуда сюда яйца. Сейчас 3:30. Идут они вот по этой трассе. Сейчас. Да, вот муравейчик бежит. Наверное, последний уже сдержавшись. Весь муравейник идет где-то вот по этой дороге. Где-то вот здесь у них муравейник. Где-то здесь у них муравейник, там вход, там нора какая-то, какая-то нора. Она почти крысиная и мышиная. Они в ней обосновались. Нет. Сейчас не могу найти. В общем, когда обратно пойдут, мы зафиксируем. Так. Отделка курятника. Потолки утеплили. Теперь я отделываю внутренние стенки. Сначала пришиваю OSB. К ней, к OSB, клею к этим панелям пеноплекс. Где-то на грибках. Где-то фиксирую шурупчиками вот так вот временно, потом запениваю, и получается герметичная стенка. Потом буду обшивать USB изнутри.
Вот так заплетать. Закреплена первая плита. Грибками. И пойдем вверх. Сейчас буду делать вот эту стенку. Фасадную. Тоже изнутри. Изнутри пришивать. USB. Потом пенеплекс. Внутренняя отделка пойдет уже USB. Каждый день я их выпускаю гулять. Дверь утром открываю. Хотя у них есть выход на другую территорию закрытую. Между улиточьей фермой и соседским забором. Но они сюда не очень трудно гулять. Сельский забор, улитки. Тут 1.3 метра дистанция. 2700. Если быть точным. Когда я строил, я отмерял 2700 от забора. Мне больше нравится вот здесь. Гулять поближе к людям, к хозяевам. Тут у курочки зоны и ванны. Здесь что-то они как-то не освоят эту зону и ванну. Петух, скучаешь? Покушать. Чего? Чего? Ходит аккуратно, вальяжно. Медленно. Разрешает погнать себя. Курочка хорошая, ко-ко-кошка. Хорошая курочка. Хорошая. Хорошая. Слизняков не ест.
скоро она поведет их спать. Сейчас 17:45 почти. 6 часов она поведет. До того, как петух начнет зазывать своих кур, почивание. Помидорки увлекаются в основном. Их интересуют помидорки. В общем, курятники сидит еще одна наседка выше на 10 яйцах. Смотри. Хорошая курочка. Третьего раза. Три попытки были. Уходила с яиц. Сейчас сидит десятый день. На 10 яйцах.
все. Слизняков всех съели. Куда? Куда?